знаю, чем сказано там. Мотоспорт! Sa pagdayo sa bansang Russia noong 2018 ng tubong Dipolog City, Zamboanga del Norte at may alias na Dabul na si Alpo Dagailoan ay nakalaban niya ang undefeated Kazakhstan boxer na si Madyar Zanuzak sa isang 10-round bout sa flyweight division. Bago ang kanilang laban, baon ng ating kababayan ang kanyang kartadang siyam na panalo. Tatlo dito ay nanalo via knockouts, may dalawang talo at limang draw. Habang ang Kazakhstan boxer naman ay may malinis na kartadang apat na panalo, isa lang dito ang naipanalo niya via knockout, walang talo. Panoorin po natin ang kanilang naging bakbakan. Alpha, knockout of four. Трамфы, боксер из Верника. Потом два поражения по очкам, ничего. Очень спокойно начинает первый раунд бойцы, но как особо сам не форсирует. Точно достает он, лица. Еще раз повторюсь, сам пути не форсирует. Нагимает. Это узкий, сбывает все. Вот хорошо. Второй раунд. Представляющий Казахстан. Интересный филиппинский боец, мы не будем работать стойки левши сейчас. Ну, не филиппинский боец, вообще сосредоточен, опасный удар дальней руки филиппинец. Вот такая комбинация, практически весь первый раунд. И, о, хорошо попадает, сейчас задушит Жанзак левым. Жанзака, Мадияр, четко следует наставлениям своим, своих. Чуть-чуть застоялся боец из Казахстана и за переднюю ногу своего соперника. Второй раунд. Итак, третий раунд у нас в поединке Мадьяра Жанузака и Альфина Гайлуана. Мы смотрим такие боковые филиппинцы. Видимо, любит он подраться. Почему нет? И давит, давит, кстати говоря. Вот очень хорошо. И, видимо, чувствует себя прекрасно. На дистанции работали ребята. И как раз таки, несмотря на послужной список, да, он самый красивый сахар делать вот. Что, человек? Он оставался. Часто здесь нужно давать сопернику промахнуться. Пускай работает. Не в сторону, совершенно правильно. Пускай это скажется на зрелищности боя. Я думаю, так и будет. В феврале этого года, еще раз напомню, он выиграл Альфу Дагайлуана. Это уже в двух предыдущих случаях до 10-го раунда не доходило вообще. В одном случае он выиграл техническим нокаутом после 5-го, в другом после 7-го. Мне кажется, зря Матильда. Филиппинский боец выглядит немного крупнее и чувствует свой вот этот на средней дистанции размен ему как раз-таки на руку. Все правильно кричат Жанузаку. Соперника на смену на ближней дистанции. Да, он здесь себя прекрасно, комфортно чувствует. Может, давай. Вывел его и пошел в атаку также. Матьяр Жанузак или положительный, или же отрицательный. Хорошо бьет для своего соперника. Знаете, как он бил апперкот, что апперкот уж наращивать от раунда к раунду. И сможет ли Жанузак выдержать вот эти вот атаки своего соперника после хорошей левой боковой от Жанузака. Сейчас попал апперкотом снизу. Филиппинский боец. Вот-вот. Разорвать дистанцию. То, что нужно Мадияру. Да, только застаивается казахский боец. Смотрите, какую бомбежку устраивает ему филиппинец. Причем, смотри, коллега. Ох, какая два опасных удара. Хватает Мадияру. Он вот включился в этот разряд. Типа, ты меня, я тебе, да? А мог бы спрескать удары. Реально, коллега, ты говорил. Это ему. Решил он принять этот бой. Конкурентный пока поединок. Мы с вами видим. Все понятно, он так и будет работать весь поединок. Туда даже Жанузак молодец. Он хорошо? Отлично, нормально все. Такая Луана. Подтанцовку так на семи раунд.
начал этот шестой раунд филиппинский боец. А Жирусак начал удары просто. А вот смотрите, дистанцию. Разоркалов. Филиппинец сначала за Дагайланом. Старый начинает на нем сказать. Выходить к мяч, смело попадает. И еще раз туда же и бьет в ответ. Ой-ой-ой, он уже начал сказываться по всему. Чистый. Я думаю, даже Мухида стратегически взял Карина Матьяр, потому что ну столько на себя. Но время еще очень много, почти минута еще остается в той же манере. О, Анатолий разбивает филиппинцев. Чистый такой разгромный раунд пока за филиппинских боксеров. Второй нокдаун. Но тут недалеко и на счет 6 погиб. Причем такая лава не панчер, у него на 9 побед уже 2 досрочно. Ломит филиппинец. Дожмет он Матьяра, вот вопрос. Ох, это один всего лишь удар на... Ох, тяжело Матьяру, ох, тяжело. Но это он не кринчует даже, он даже не пытается кринчевать. Представляет Казахстан. Альфа Дагниев в предыдущем раунде дважды отправлял в нокдаун. Мадьяра же пытается смещаться. Мадьяра же Рузак. Хорошо сейчас он попал в режиме. Нокдауны это были прям самые настоящие. Однообразность. Пицца. Противоположная минута. И снова начал застаиваться боец из Казахстана. Но уставать ему не хватает сил на удары. Он начинает застаиваться. А это как снежный ком. Он пропускает еще больше ударов и теряет еще больше сил. Смотри, как неплохо, кстати, филиппинец режет ладзе как-то. Мадьяру, ох, вверху он пропускает. Но это был сложный момент, потому что состоялся здесь Мадьяру. Видимо, да? Вот там ракурс был не очень понятный. Показывает, да, Семен Стахеев, что удар был нанесен ниже пояса. Очень показывает. И снова удар по туловищу. И здесь уже нокдаун. Нокдаун, третий забой. И первый в седьмом. Тяжелый бой. Посмотрим, не знаю. Мадьяр же у нас так выходит на восьмой раунд, несмотря на нокдаун тяжелый. Так, что здесь с туловища? Знаю, филиппинец, как работать. Все, пристрелялся уже, и времени еще вагон. Сейчас пойдет на добивание однозначно. Так откровенно спасает свой корпус Мадьяр. Принимает очень много ударов. Этот кринчует, соответственно, принимает удары в голову. Попадает. И еще один. Да, Мадьяр в тяжелейшем положении, конечно. А по филиппинцу не похоже, чтобы он выпутался. Но стал проплакан. Видите, пропущенный удар у него стоит 7. Закончит бой досрочно. В очень тяжелом положении Жирусак. Опять. И ключ убивает корпус большим количеством. Практически безответных ударов. Все тяжело. Все, надо уже останавливать уже. Gusto pa sanang ituloy ng referee ang laban. Mabuti na nga lang at may tumawag sa atensyon ng referee na ihinto na ang laban at para na rin sa kaligtasan ng Kazakhstan boxer. Навязал свою тактику, втянул в разные удары и показал, что он круче здесь. Ждем официального объявления победителя. Hindi matanggap ng Kazakhstan boxer na tinalo siya ng Pinoy. Kaya ito, nag-iiyak sa kanyang corner. Ito na rin ang huling naging laban niya at tuluyan ang nagretiro sa boxing. Oh,
Bago tayo matapos ay shoutout nga po pala kay Samuel Torion. Hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Maraming salamat po.